Привет, привет, меня зовут Тамара Франце, сейчас снимаю специально для Натальи Крамер из Анталии. А, уже такой у нас вечер, узнавала насчет роуминга специально для вас. А, так вот, быстро, есть две компании, которые занимаются поставкой мобильной связи для Турции. Это Vodafone и это Turkcell. Покрытие Turkcell практически идеально. Если вы едете в горы там или еще куда-то, то есть оно очень хорошее. Но высоко в горах для вас, у вас все равно не будет связи. Ну, вот такая особенность. Гор здесь много, много карманов, так сказать, там, к пляжам выходящим, поэтому связь там будет слабая. Что бы я рекомендовала сейчас, вот на август, так сказать, 2020 года, у кого есть Киевстар? Вот у меня ребята были с Киевстаром, приезжали совсем недавно уехали. Они посчитали, и я соглашусь с их мнением, по поводу того, что выгоднее было взять роуминг Киевстара. А роуминг Киевстара стоил 190 гривен. Почему-то у одного зависел 190, а у второго 100 гривен на... по-моему, 100 мегабайт, если я не ошибаюсь, проверяется. Потратили они здесь за 10 дней постоянно в картах, постоянно в общении, вместе с смс-ками, около 1000 гривен. Так, для иностранцев предоставляют услуги. Вот там вы можете найти в интернете сразу, там в духе того, что ой-ой-ой, это будет стоить там 125 лир. Или 145 лир, сейчас курс около 7, да, 7 лир, 1 доллар. Плюс вам добавят 25, вы должны положить на счет, опять же, лир при курсе 7, а дальше сколько вы потратили. То есть в итоге выходит вроде бы как бы, ну, не так уж и дешево, да. Первым вам нужно приехать в Vodafone, они не всюду есть, только нужно купить в аэропорту. Второе, покрытие Vodafone хуже, чем Turkcell. А Turkcell еще дороже для людей, которые как бы не проживают в Анталии. Если вас интересует, конечно, проживание в Анталии, вы уже приехали, у вас уже есть бумаги, у вас есть Икомет. Я совершила ошибку, я пошла в Vodafone. Нужно идти в Turkcell. Несмотря на кажущуюся цену, высокую у Turkcell, они вот дают вам еще с телефона, у вас будет еще и интернет. А интернет у вас будет мобильный, поэтому если вы собираетесь здесь жить, конечно, выбирайте Turkcell, это просто обязательно. А если вы в роуминге, да, хотите, берите роуминг Киевстар, он достаточно интересный, достаточно выгодный. И в итоге у вас будет за где-то 1000 гривен, считайте так, нормальный роуминг в течение 10 дней. Плюс договор у Киевстара, он договор с Turkcell. Поэтому это удобнее. Люблю вас. Пока-пока. Хорошего вечера.